Хотите, покажу, как в 90-х работали подпольные студии звукозаписи. Самое главное было иметь хороший оригинал. Почему-то все любили Technics. Почему их любили? Потому что оба кармана были записывающие. И техника была довольно-таки хорошая. Четыре кассетки мы вставили. На каждой мы нажимаем запись. Где тут он? Нажимаем воспроизведение и погнали. Ни о какой системе шумоподавления, естественно, речи не идет. Один раз подстроим уровни. Естественно, никто никогда не калибровал кассеты. Как было, и погнали.